Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, их автобиография. Жан де Корт. Данных очень мало, вот что я нашел об этом художнике в интернете. Жан де Корт использовал лиможскую эмаль и живопись маслом. Также служил официальным портретистом монархов Шотландии и Франции. Династия художников-эмальеров де Корт на протяжении нескольких поколений управляла мастерской по изготовлению лиможской эмали в Лимож на юге-западе Франции. В 1567 году он упоминается как камердинер и придворный художник Марии Стюарт, королевы Шотландии, хотя неясно, сопровождал ли он ее в Шотландию или нет. В 1572 году он сменил Франсуа Клуэ на посту королевского художника при дворе ее зятя Карла IX французского, а в 1584 году или в 1589 его сменил сын Шарль де Кур. Жан де Кур в 1574 году написал портрет Генриха III, тогда еще герцога Анжуйского. Четыре года спустя написал его миниатюрный портрет, уже в качестве короля. Считается, что известная художница на эмали Сюзанна Корт была дочерью Жана Корт. Ну вот так вкратце, данных не очень много, о художнике, французском художнике Жан де Корт. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.